Что произойдет в новом эпизоде «Зимородок»? Что ждет нас в новом эпизоде? Пусть сериал поскорее вернется в нормальное русло. Если вы хотите еще раз посмотреть старые добрые времена Сейфера, не забудьте поставить лайк этому видео. Мы постепенно приближаемся к концу нашего сериала. Хотя об окончательном ожидании говорят, наш сериал выйдет в финал сезона. Однако, к сожалению, в новом сезоне Орхана не будет. Согласно последней сцене, которую мы видели в последнем эпизоде сериала, мы потеряем Орхана, даже если не хотим этого. В новом эпизоде Орхан будет госпитализирован с тяжелыми травмами. Так как наш сериал очень скоро выйдет в финал сезона, Орхан умрет и попрощается с сериалом. С другой стороны, Ферит вскоре узнает о болезни Сейран. Смерть Орхана глубоко потрясет всех, и Халис будет считать себя ответственным за смерть Орхана. Ферит теперь будет обижаться на своего деда. Эта боль приведет семью Куархан в совершенно иное состояние. Новый сезон будет намного мрачнее, и спокойная жизнь их не ждет. В новом сезоне будет и хорошее развитие событий. Болезнь Сейран улучшится после лечения. По крайней мере, это будет самый большой шанс для Ферита. У Ферита, страдающего от боли в отце, родится ребенок от Сейран. Ферит утешит боль от смерти своего отца с помощью новорожденного ребенка. Если же говорить о Казыме, то Казым своими ошибками сам навлек на себя беду. В новом сезоне для него наступит плохой и печальный конец, и он покинет сериал. А как вы думаете, что ждет нас в новом эпизоде? Пожалуйста, не забудьте поделиться своими мыслями с нами и другими зрителями в комментариях. Чтобы поддержать нас, вы можете поставить лайк видео и подписаться на наш канал. До свидания!